Чего не может искусственный интеллект? Он не может понять внутренний мир другого человека. Ни вот, ни какую-то теорию или какой-то навык или еще что-то, что можно сформировать. А вот внутренний мир другого человека нужно научиться видеть. Это, ну, как бы навык. И после того, как вы этот внутренний мир другого человека видите и можете в нем ориентироваться, вы можете ему подсказывать. А искусственный интеллект не может этого, понимаете? Потому что даже человек не знает, что ему рассказать, чтобы тот сообразил, с каким внутренним миром он имеет дело. Понимаете, какое дело? И вот да, у нас в этом смысле профессия пока неубиваемая. Но в горизонте 20-25 лет я могу за нее ручаться. Вот. Причем я считаю, что она будет основной деятельностью вспомогательной для людей.